Ну вот я приехал в центр Кечурин-Веледесе, чтобы как бы пенсионный фонд. Оказывается, здесь полдня, сегодня рабочий день, сегодня же праздник, День независимости. И зря покатался, можно сказать. Но ничего, около фонтанчиков, вот так вот вам фонтану покажу. О, и поеду, в понедельник приду, занимаясь беготней вот этой пенсии. Вот. Документы надо делать, все как надо. А сегодня солнышко, хорошо, тепло. Оказывается, до обеда они работали сегодня, и после обеда все. А я не знал. А, успокаивающие вот это фонтаны. Успокаивающие. Друг за другом бьют. Чистая водичка. Красота. Там водопады. Красота. Здесь вон лицеи, местные профессионально технические училища. Дает и среднее образование вон там справа. А, красота. Красота. Вот это я понимаю. А, и пошел вниз. Ну что ж. Колобомистекли техник, ветехник Анадолу Лисеси. Это, то есть, среднее образование и специально дает вот эта школа, видите? Вот, а здесь вот тоже платно, видимо, это. Это тоже лицей, но здесь беспрофессионально. Это такой академический лицей. Видите, Кечурин. Здесь образовательных учреждений очень много, очень много. Кечурин хороший район, очень хороший район. Вот так вот. Всех вам благ, хорошего дня.